Всем привет! Отличная футбольная погода у нас. Надеюсь, команды сыграют не хуже. Работают для вас сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. А вы как думаете? Наконец-то начинаются игры в Rivals. Сегодня первый матч сезона. Даже не сомневаюсь, что нас ждет отличная игра. Первый матч сезона болельщики всегда ждут с приятным волнением. Может он идти дальше. Игрок все-таки оказывается за линией. Это офсайд. Посмотрим на состав хозяев. В воротах Ян Облак. Минди в защите сыграет вместе с Хесусом Навасом в роли фланговых защитников. Мозес Симон начинает с Усманом Дембеле в центре полузащиты. И в нападении с первых минут играет Бен Йедер. Гости в следующем составе сегодня играют. В воротах Ежи Дудок. Минди в защите сыграет вместе с Хесусом Навасом в роли фланговых защитников. Наката вместе с Маркосом Льоренте в центре полузащиты. И в линию нападения сегодня главный тренер команды решил выпустить двух игроков. Им сегодня и отвечать за голы. Здорово сыграл в этом эпизоде. Умно и четко. Как же неудачно сыграно. Потеря мяча в непосредственной близости от своих ворот. Теперь надо отбиваться. А удар-то будет. Гол! Команды только начали, а мяч уже побывал в воротах. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Виссам Бен Йедер. Обыгрывает он своего соперника. Какой момент! Нужно бить! Тут нужно было отвести угрозу от ворот. И вратарь это и сделал. Просто отбил мяч подальше. Все, кто нужно. Штрафное дело за подачей. В игре вратарь. Нет подачи в штрафную. Играют на коротке. Защита в последнюю секунду спасает ситуацию. Адама Трауре с мяча. Подача на Мартинелли. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Какой своевременный отбор. Ну-ка, наказать за такую потерю голом. Гол! И все начинается сначала. Хорошо, на повторе видно, что защитник потерял свою позицию. Это и стало ключевым эпизодом в голевой атаке. Нападающий сразу воспользовался этой ошибкой. После ответного мяча у нас 1-1. Атака прервана, хороший перехват. Арно Танжума. Хесус Навас. Хесус Навас. До ворот оставалось совсем немного, но атака закончена. Здорово отдал на ход. Но дальше мяч не идет. Защита вовремя перехватила пас. Есть кому в атаке помочь. И все-таки мяч оказывается у соперника. Санчеш. Подача на Дембеле. Все-таки не получается навес. Вратарь первым оказался на мяче. Не получается. Атака, перехват. Идут они в атаку. И на этом атака завершается. Мозес Сайм. Виссам Бен Йедер. Бен Йедер!
Да ты только посмотри, что вратарь делает. Как он спас сейчас, а? Что он сейчас творит? Просто невероятно! Действительно, это удивительное спасение. Дембеле. Лемар. Виссам Бен Йедер. Отличный отбор мяча. Пас перехвачен, теперь надо бежать в оборону. Бен Йедер. Дембеле. Мартинелли с мячом. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Но ничего здесь не получается создать. Виссам Бен Йедер. Лемар. Мартинелли с мячом. Отличная игра в отборе. Будет вбрасывание. Очень хорошо он игру читает. Мастерски. Адама. Адама Трауре с мячом. Подкатился, забрал мяч, начал атаку своей команды. Что еще нужно? Уверен, он с мячом идет вперед. Ну, решай же! Удар заблокирован. Угловой будет подавать команда. Пока счет равный. Давно они не угрожали чужим воротам. Сейчас попробуют использовать угловой. Болельщики их продолжают поддерживать. И для них это очень хорошо. Начинают второй тайм команды. Прямо на соперника сыграл он сейчас. Отдал мяч просто так. Помогает ему партнер в атаке. Только что я говорил об их атаке. Теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Адама Трауре с мячом. Всего один перехват, зато какой. И на этом атака заканчивается. Усман Дембеле. Дембеле. Бей же, наконец! Каким опасным мог быть этот удар. Будут вбрасывать мяч из-за боковой они. Пора забивать. Гол! Они снова впереди. Счет 2-1. Виссам Бен Йедер. Трибуны просят удар. Здорово сыграл вратарь. Неприятный удар. Пока что обошлись без навеса. Варан. И удар заблокирован. С этого углового можно укрепить преимущество. Избавляться быстрее от мяча нужно при таком прессинге. Есть свободная зона перед игроком на фланге. Просто и надежно сыграл вратарь. Отбил мяч куда подальше. Мартинелли. Вот так. Отличная игра на добивании. Они все же смогли пробить этого вратаря. Очень обидно должно быть сейчас вратарю. Все-таки смог он справиться с очень непростым ударом и сделал отличный сейв. Но добивание. С добиванием уже ничего поделать было нельзя. И мяч все-таки оказался в воротах.
Счет в очередной раз равный. Удастся ли кому-то забить еще? Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Но мяч все же переходит к сопернику. Очень выверенный пас. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Классно сыграл защитник. Очень вовремя он сыграл на перехвате. Кимпембе. Он сохранил мяч. Не получилось пройти дальше. Атака останавливается на этом отборе. Двадцать минут до конца основного времени матча. Можно забивать. Справляется с ударом Облак. Все могло быть гораздо опаснее, но мяч проходит сильно мимо. И вполне заслуженная желтая карточка. Да, и заметьте, арбитр особо даже не раздумывал и очень хорошо разобрался в этом эпизоде. Хорошо, играет в отборе. Теряет он мяч, не смог. Выйти из-под прессинга. Замена будет, пора новые силы вводить на поле. Ренато Санчеш. Пошли последние 15 минут. Хороший пас, что дальше? Не знаю, почему мяч не оказался в воротах. Такой момент, нужно такие использовать. Уверенная игра в отборе, соперник теряет мяч. Виктор Осимьен. Времени не осталось почти. Если кто-то забьет сейчас, то точно выиграет. Это офсайд, атака закончена. Пас дальше не прошел, перехват. Организовали хороший прессинг и вернули себе мяч. Хесус Навас. Перехват. Дальше мяч не пошел. Мозес Сайм. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. А мяч уже у соперника. Есть хороший адрес для передач. Не будет больше у них возможности забить. Последняя атака идет. Ошибается оборона. Это все высокий прессинг соперника. Федерико Кьеза. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Добавлено всего одна минута. Вот и все. У этих команд не получилось определить победителя. Они разошлись миром. И те, и другие хорошо поработали, но так...